холодненько. Ну смотри, такой коричневый цвет воды, коричневатый оттенок. А водичка, я вам скажу, холодная. А страховку, Олег? Сейчас я пока там. В принципе, сейчас волну. Так, отбор проб до обеда, бесплатно причем. Для Александра Васильевича, который будет должен вам. Этот смесь обрастаний, который в ведре, потом надо будет судочки перебрать. Так, это, значит, та первая будет в ямке, а это на песке будет. Где-то на песке, но в ямке. Это будет на возвышенности. Хорошо. Подальше от камня, да? Значит, полно дохлой рыбы. Одного живого бычка поймал. Ну, соберешь, несколько бычков задохлых и какие-то отрины или что-то еще. Соберешь. И все дно в дохлых медузах. Сейчас застегну это.
Полно браворных крабов живых. Полудохлых. Рядом с ним. Не, это от холода они там все. Браворные? Ага. Мраморные. Браворные? Ёпта. Вот. Ты много снял, да? Водолюбов полно, а браворных вот я штук 5 нашел. Вот просто удивительно, да? Все мраморные крабы, которые исчезли были, сейчас уже... Нет, так я знаю, где их полно на соседнем пляже, а здесь я их не мог поймать. Оказывается, они тут прячутся в камнях. Да, красивые, хорошие. Но масштаба нету. Что-то спичный коробок какой-то кинут, ручку. Заодно. Вот там вдоль, по гранитным камням, угу. Ну в поле зрения 2-3 краба все время. Да. Вылезли и закоченели, вот так и висят на камнях, где-то под камнями висят. Угу. Ну сейчас уже кислород есть, да? А? Кислород есть там? Ну я не думаю, что вот это они от удовольствия повылазили. Mm-hmm. Я думаю, что это... Ну там все вот таким слоем дохлые медузы. Ну понятно, да. Поэтому я думаю, что маловато им кислорода. Пользуясь случаем, хочу передать привет тем гидрометеорологам, которые изучают море из окна кабинета.